iMotion HD — программа для покадровой съемки видео. С ее помощью можно создавать клипы, используя известные приемы мультипликации. iMotion предлагает два режима съемки — автоматический и ручной. В первом случае вы ограничитесь стандартной записью видео, но с одним нюансом. Настройки фреймрейта здесь колеблются от 1 кадра в секунду до 1 кадра в день. В ручном режиме работать гораздо сложнее. Вы делаете кучу фотографий, а затем склеиваете из них ролик. Скорость воспроизведения видео также устанавливается вами. Кстати, нажав на кнопку «Remoted», вы сможете управлять процессом съемки с другого iOS-девайса посредством Wi-Fi. iMotion HD обойдется вам в $2. Бесплатная версия программы отличается лишь тем, что отснятые видеоролики нельзя сохранить в штатной галерее. Yeah!